Сегодня наш город облетела очень интересная новость. В Таганроге появились необычные, энергичные, ответственные и находчивые ребята. Как выяснилось, они прибыли из Атлантиды. Да-да, именно из Атлантиды, школы-студии экранных искусств, открывшейся в Ростове-на-Дону 3 года тому назад. За это время школа-студия экранных искусств завоевала популярность не только в Ростовской области, но и в России. Теперь Атлантида есть и в нашем городе. А это значит, что юные таганрожцы будут участвовать в новых городских и областных телепроектах. Узнают на практике, как брать интервью, писать киносюжеты и сниматься в телепрограммах. И даже впоследствии смогут поступить во ВГИК и стать звездой российского кино. Юнкоры Атлантиды провели опрос среди ребят нашего города и пригласили их на первый бесплатный открытый урок. Вам нравится телевидение? Да. Тебе нравится тема телевидения, журналистики? Да. Скажи, пожалуйста, хотел бы ты участвовать в новом телевизионном проекте? Конечно. Да, я хотел бы. Я люблю смотреть телевизор, особенно если я там есть. Какого моих героев вы бы могли озвучить? Ну, можно, например, Алису из «Страны чудес». А вы? Зайца из «Зверополиса». Я бы озвучила Аврору из мультфильма «Спящая красавица». Я бы озвучила Рапунцель. Может быть, Кешу? На данный момент, как бы, я смотрю время приключений. Вот, а персонаж, не знаю. Ну, какой тебе больше нравится? Ну, если из данного мультика, то Максимин. Ну, мне нравится много мультиков. Ну, из-за того, что у меня есть братики маленькие, больше всего «Три кота» и «Мимимишки». Скажи, ты бы хотела научиться говорить как настоящая актриса? Да. А как ты думаешь, вот что означает говорить как актриса? Красиво говорить. Это значит хорошая пунктуация, орфография и правила русского языка. Ты бы когда-нибудь видел, как снимаются телевизионные программы? Нет, я не видел. Хотел бы поучаствовать, да, наверное? Да. А больше в роли ведущего или корреспондента? В роли ведущего. Если бы ты была режиссером, пофантазируй, какой бы фильм ты сняла? О чем бы он был? Можешь рассказать нам? Он бы был о мистике. Мистике? Да. Ты когда-нибудь видела, как снимают кино? Да. Видела, да? А хотела бы сама в этом поучаствовать? Да. Да. А в роли актрисы больше или же режиссер? Режиссером. Приглашаем тебя в нашу школу Атлантида. Спасибо. Итак, ребята из школы-студии Атлантида уверены, что обрели новых единомышленников в Таганроге.